Не, Иршаму спрашиваю, или ему. У нас в Кому лучше основном давать? милики первая, вторая пати, да? 4 минуты. Дайте тогда... Так, кто у нас еще? Ваничелла, да, и по Иршаме. Спейси, дай по... Не знаю, кому там, кто у нас умирает из хилов чаще. Видимо, те, кто Я не... хилу дай. Ну, Дай на по мне есть. графине, пусть Не будет. надо на меня, Венечела Графиня кинул. висит. А, ничем на тебя. Тогда спейси по шаману. Каком? Иршам, элементали. Элементарий. Ну еще реинкарнация в КД. 4 минуты он вроде писал. 4 минуты. Босс быстрее падает. 5, 4, 3, 2, 1. Юля, готовь, скоро надо будет давать. Уже можешь давать все. Живите, живите. Сейчас босс немного может побегать, я отойду. Блять, не успею отойти. За это хуйню. Берите. Немножко меликов побью. Чему заберите? Войд, забери тьму. В сфере стоят подмели. Нет, еще они на второй фазе появляются. После 50%. Так-то 4, да? А, в танка пойдут сферы, если что. Да. Блять, никто не байтил, чтобы что-то не стоял на этом поле здесь. А, нет, не все, кстати. На кого-то идут вроде на Войда. Войд в хули пали вообще. Сферы Что начали появляться, бейте сферы. по Гере? Сейчас, все, взорвали, давай Геру. Истерию подбить. Войд готов, все, скоро нам будет давать сейвы. А давай сейвы. Где смотрите? Под следующей тесте живой. Да, тесте забери тьму, Даш. Милики вышли. Сред босс. Сдох. Тести готов, скоро будет. А тести сдох. Ну, тести давай. Сдох. Тусто. Сти. Вижу. Вот, сейчас вижу. Кас пошел, готовься заходить. Уже зашли. Вышли. Много Не не зашло. успела, но на мне СС. Вставай. Уже уешка сырки. Пробуйте. Дыхание. Сейчас твое ведь должно было быть. Типа откатило. Печально. Пробуйте еще, есть шанс. Под следующий Т4 дам. БРов нет? Под ДДшником, если БР есть под ДДшником. Если ШП и мертвый, лучше по ШП. Давайте сейчас сам стоп. И на Сондра. Мы не успели еще доты обновить. Все. Нет, не убить. Прям чуть-чуть не хватает, пизда рулю. Ну, потому что мы где-то проебываем один деф Я вот посередине. сейчас случайно лужу, конечно, в кончик быстро. Ладно, давай, Юль, 8. короче, по-другому Сори. сделаем. Потому, Давай, чтобы у меня откатило к вот этому жесткому косту, Но. я дам первый. Там Валку, наверное, опять говорит, но его еле слышно. Так, я дам под первый, ты под второй. Третий, Войд. Я так понял, Войд вообще у нас хэпал спекнулся, да? Ложе. Войд, тогда у тебя там под третий отдаешь и бабл массакра и мастерауру. Под четвертый там тест или бобр, смотрите, живете нет. Может, я раньше задам, потому что я умираю. Тести. Ну, давай, я тоже лучше первый сдам. А зачем умираешь там? Там более сильный надо на первый каст. Рога, босс плохо водится, прям сверхплохо. Пушите. По КД кастуете, там типа шаг каст, шаг каст. Там из этих сфер очень долго выводить. Просто Еще.
Просто смотрите, милики после 50%, после 45%, смотрите на свои дебафы просто. Все увидели на себя, вы вынесли там, насрали рядом, шли дальше блять. А есть коврис? Факу, я вот вообще тебя не слышу, ты у меня на 200 стоишь. Слушай, у тебя что-то проблемы там вообще, ты как будто, не знаю... Под водой. Под подушку кинул и что-то пытаешься сказать. Нет, все равно плохо. Дживса я... Поделитесь саппортом, он с друидом просит, если у кого-то есть. Мне надо... Ребят, я не знаю как, но я втыкнул просто случайно микрофон, то есть штекер с наушников, ладно, микрофон. Ладно, это не важно, что хотел сказать, Ваку, давай, микрофон. Теперь тебя слышим, давай, говори. Забыл, хотел. Как он работал? Ладно. Не говоришь сейчас. Чё по, в итоге по этим, смотри, по сейвам? Первый каст, значит, даю я, чтобы мне быстрее отхватило Т4. Mm-hmm. Вот второй даешь ты, также mm-hmm. бабл массакру. Блять. Да я весь. Давайте заведем реально припоты. У нас так чуть-чуть ДПС не хватает еще без припота. Да, я не на стака, ну ничего вообще. Он лофхант минус ЕП, блядь. Ой, ДК, беги. Беса своих уберите. Чей-то бес сейчас отхватит. Мы отхватим тут уже. Ну отхватим мы за этого беса, ебучий зептюб, нахуй, блядь. Нет, он сдох, до каста всех. Так, значит, под первый каст даю я, под второй Юля, под третий Войд, под четвертый Тести или Боба Шнон, кто там живой. Под пятый у меня откатывает, все по новой. Могу в танк успекнуться, будет еще один сейф. А что у тебя по урону там? Да хз, пока не надо. Чем тут танк второй? Просто ради сейва он хотел. А. Понял, я не тут ринку просто одел, сейчас все будет. Понял. Вот турист. Что, я маслечко забыл намазать, сейчас намажусь, все четко будет. Но... Может, вы везде себе намажете и выпьете? 5, 4, 3, 2, 1. Я уже весь обмазался. Я должна когда большой с этим мужики обмазался на масле. Т4, да? Чтобы ничего вообще не хлопнуло. Но она живы. Пытаем там защиты еще от темной магии. Вообще хорошо совет. Нет, Мелька немножко дамажу. Анонси мне второй. Скоро будет. Давай, Юль. Кто сейчас дает? Следующий Войд дает. Курипал. Сейчас на кого пойдет, я не знаю. Там кто-то в центре кто стоит. Эрдрун, наверное, будет самый дальний. Все нормально, кто-то отошел. Взрывайте по одному. Сейчас все взорвут и сразу Геру давай. Типа срать, один человек, давайте сейчас Геру. Сферу прям под боссом задайте. Одна сфера под боссом, залейте ее, прилетит. Мелики вышли. Войд, готовь, скоро сейф. Эти пончики. Войд, давай сейф. Так, тести покажи. Тести тьму отдайте. Отдайте тьму. Войд, отдай ему. Свободная тьма. Свободная, говорят. Мелики вышли, давай и мастера ауру тести. Отдал. Шибите. Раздайте БР по ДД, может успеем.
Желательно стать после кастовом. Последующий дам Т4. Нелики, прям в лицо можете бить там с верой не бьет. Зашли. Блять, я не успел, да? Я долбою. Кстати, он опять, потому что он сначала дыхание должен был дать, а потом этот каст. А сейчас он опять. Сначала каст и сразу дыхание после него. Как тогда у нас на лайке было. Ну не, не убьете. Давайте, короче, поменяемся. Третий каст не такой больной. Там давай тогда тести дашь, а Войд под четвертый каст. Даже. Самые больные тут первый и четвертый получается. Второй и третий тут просто ФК хотя бы хилы могут хилить. Они бегают. Говно. А там пончики до хера народу не заходят. Ну, а некоторые не доживают даже до пончиков. Так вот, сейчас я умер во время пончика. Смотрим, кто сам. Я тоже расслакала. Тести, квартира, кокозябра, кутылок. Сколько он знает? Я умер во фрейме пончика, и по мне пришел урон 200. Заранее надо заходить. Надо заходить заранее в этот пончик. Пусть чьи тогда заранее анонсит. Типа, приготовились заходить, и все, заходим вот так вот. Так будет проще. И сразу не надо выходить тоже. После взрыва. Ну, я примерно человек. На последней четверти каста себе захожу, и вроде нормально. 8 человек. Я не знаю, сколько он там длится. Еще раз говорю, чтобы вот этот каст пережить, надо зайти вот эти грибки такие, которые срутся лужами. И, как и мили, заранее просто прононсил. Вот этот каст. Вообще, почему сначала должно быть два дыхания, потом этот каст. Но сейчас почему-то он одно дыхание дал, поэтому даже не смотрел за этим кастом. Я дыхание ждал. Только объясняю, почему заранее нельзя. Потому что тебя пончик может сам сожрать, он тоже наносит урон. И при этом в этом пончике тебя нельзя хилить. Там хил порезан то ли на 90, может вообще на 100%. Не, он спросил, почему сразу не заходить. Не заходить заранее, а ночью заранее. Потому что ты можешь выйти, когда каст не закончился. После каста сразу выходит, все нормально. Кто про анимацию говорил, не знаю, у меня не растет анимация, проблемы не было. Есть лишь проблема в том, что временами ты зашел, но слишком поздно. Типа надо заранее заходить. Да-да. Тести. Давайте. Там также по сейвам. Ты первый, я второй. Я первый, тести, ты вторая, третий тести, вой четвертый, и все по-новому у нас откатывает. Под пятый даю я, под шестой, если вдруг будет, ты даешь просто мастера уру. Малая, освободишь сразу после того, как сдала. Вы сейчас мне отдайте все. Да-да-да, бери. Там между вторым и третьим много времени. Слушай, перефаза в это время. Да, уточню. Сейчас босс может немножко побегать. Блять, сразу минус 2. Шаман, если с тобой есть реинкарнация, вставай. Куда бэн шамана, сколько долларов? Спейси Бернити, это демон. Нет, это не демон. Это не демон, кто у нас демон вообще? У нас демона нет? Это у нас ваничелла демон. Давай. Юля, давай сервис. А теперь демон. Освобождай. Good to be, ресните. Нет уже реса. На шип покажи, подожди справа. Аж когда сдать? Скажу. За кем бегут, не вижу, за шипа Илана. Геру пока не даем. Взрывай, зачем ты бегаешь от них? По одному взрывай. Тучка не обязательно. Тучку бы лучше на какой-нибудь более серьезный момент оставить. Я отдавал только мастер аур, есть бабл масса крама. Готов дать. Мастер аур, скоро будет. И давай, или тогда дашь второй своей. Туда же. Скоро будет каст. Готовьтесь. Сейчас я сдаю. Да, и Юля тебе там поможет чем-то. Не знаю, что у нее.
Скоро будет. Пошел кас, давайте. Геру. Нет? Да, шаман, давай Геру. А у нас особо шамана мертвый. Вот пипец, шаман сдох. Ладно, пробуйте. Сфера под боссом желательно залить. Много бьет. Блять, пончиками кто-то насрал. Следующий Войта даешь, не забывай. Войт давай, Севик. Полегче этот кас живется хотя бы. Готовьтесь так, в пончик заходить. Уже зашли в пончик, все зашли в пончик. Вышли из пончика. Сука, я опять не успела, серьезно? Помочь, хороший шанс убить. Т4 нет, на все, они отваливаться начали. Т4, ну потому что милики опять насрали два пончика. Вот если бы не насрали, сейчас милики все жили. Пробуйте. Много ДД еще. Лям, КП. Да все, ему смерти. ДДшка кильти, главное, я сам пока поживу. Они там все в этих пончиках. Тут у меня здесь пиздец просто. Креста за гильдия! Давай, 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 давай. Не, не добьет, не добьет. Сучка моя. 100 тысяч. Меня не видят. Труд бегаешь, блять, весь я бой нахуй. По очереди точки жмите просто. Это последнее как завещание нахуй. Андерточ пока танчит, давай. Первый владыка бей. Все, все. Не хватилось. Ну, владыка. 130к там, 130к. Это еще Гера не... Да! Ладно. Ой, шамана заруинили. Нас то сдохло. То шаманы сдохли. Это прикол, конечно. Ребят, давайте там Геру после 45% босса. Я просто смотрю, если там сильный ДД, давать Геру без него тоже такое. Но мы все равно мрем, она откатится. Там как раз время есть для Геры, то есть этих 35-40 секунд подымажить. Ладно, давайте там примерно сразу будем давать. 40% сразу, Геру, давайте, если даже я не сказал. До 50 еще, ладно, чуть придержать можно. А да, я же сказала, всем выпить сапрот, у кого есть. Ладно, я сейчас пета покормлю. Сапрот и хилам, это вот хорошая идея, остальные, вот шаманы вообще фласки не вижу. Иди еще раз, пожалуйста, ГБ, я тоже сапротик выпью. Сейчас. Ну ты все это время без сапрота была? Ну я под СПД. Ну типа у меня шилды. Поверь мне, моя тупость вот это как не зайти, блядь, на этот ебаный колодец не спасет никакой сапрот. Есть сапрот от тупости? Нет таких. Я бы отхлебнул. Я бы тоже. ПГД выхуярила. Дайте шаману Элитасу. 30 секов АК. Можно? Я сейчас сам сам. Дайте шаману Эршами главный сопрос. Не вообще, а пока фласковый. Мы не обеднеем. Мы больше здесь времени теряем, мне кажется, просто, чем мы как-то обеднеем. СС, у вас должны были откатить примерно, раздайте тем, кому раздавали до этого. Я отдал Эршами, дайте вместо меня кто. И Рему тоже. Эршами на Ардру. Сейчас дам. Еще бы шамана будет с СС-ом. Помощь. Успею быстро релогнуться? Давай сейчас запулим, уже потом релогнуть. Кант, Беба. Сейчас убьем, будем на того другого босса идти, релогнуться. Это победный трай. Смотри, проверяй. У нас месяц АФК, как всегда. Простите, ждем. У Люли Котя, все я тут. 5, 4, 3, 2, 1. Темно, у кого стоит? Темно, дайте Юле. Первый каст я даю, не забывай. Нет, не у меня. У меня кастер. А дайте тьму Владимиру. Первый каст я не забывай про это, то мало ли. Да, Т4, живите. Велики скоро выходить будем. Если я немножко босса покачу, потому что меня
херню кинет. Вот эту. Вот одного задеваем, Эрика все равно было. Юля, давай. Так, да, в тесте нету, третью не сдам. Боберсон дашь третью, значит. Заберите ему Боберсон. Эти шманы. Мину, дайте дай? Боберсону чму, отдайте. Боберсон. Я взял. Все хорошо. На танка бегут. Давайте Геру. Я просто отошел, буду взрывать их, подарю. Сейчас босса верну, постараюсь. Бобр, давай. Боберсон. Кристиан. Ну там, я в зеленке убил уже. Я дал, но я сдох сразу. Под следующий бой тогда я стрелю. Центр точку сбросить как-то. Я из-за рейнджи огромный выбрал. Готовься, Войт, скоро будет. Давай, Войт. Скоро в пончик надо будет заходить, готовьтесь. Пошел. Уже зашли в пончик, зашли заранее лучше. Вышли. А может быть просто пончик в пончике? Два. Сейчас было. А, очень много. Блять, смотрим. А вот почему вы заливаете решетку? У вас что, сука, не хватает мозга нахуй к стене отнести ебаные пончики нахуй? Вы стоите в них, Бой. Сука, все. Ёбаный ни одна рот. Тварь тут не видит, блядь. Пончик. Пизда, просто нахуй. Срут и все, нахуй. Никто не смотрит. Я, блядь, зайдите один отношу. Зайдите все в Теумивен и вбейте вот этот, короче, дебаф себе. Если этот дебаф на вас, значит, вы насрете пончиком. Пончик желательно к стенке куда-нибудь. Ёбаный рот, нахуй. Ну, не прям к стенке, слишком далеко тоже не надо, но, как по крайней мере, называется? Не посреди рейда. Древнее проклятие. Древнее проклятие. Древнее проклятие, да. Конкретно вот сейчас это бы не сильно помогло, потому что нас сначала лужа согнала под босса, а потом вот эти проклятия. Так вы под босса не лейтесь. Бафы, надо отойти от кого-то. 100 пончиков нахуй под босса, потом у вас, блядь, будет место нахуй. Лейте эту хуету под стены, блядь. Донут? За что сейчас просто... Алло, нахуй. Донут? Так, давайте еще по это, гимну. Владыка ужаса на второй каст, Андерточ, да. На третий ты будешь давать. Третий тоже там, в принципе, бегать не надо. Если только из пончика выйти. Максим. Гим там хлопанет. Что если четвертый будет слабый сейф, то мы не переживем. Четвертый там и бегать. Дыхание разум. Все, давайте пошустрее 8. Кристиан, у вас что-то куда-то делся. Шо? Нет, у меня вылетело на секунду. Дайте шкаф быстрее сунем. ID не знаете у этой залупы какой? Нет. Ладно, сам набежит уже. Потому что собаку эту ебану попробовать хотя бы. ДРТ. Я бы успеть. Там вообще весело будет на собаке. Кирилл сказал убить двух боссов хотя бы. ДРТ. Задача поставлена. Если задача убить хотя бы двух, то может стоило пса начать? Сейчас посложнее будет. Там сейчас точно минут 30 будем учиться. Там в десятки легкие, но не здесь. Все. 1. Вышли.
это 4. Ай, сразу минус 3. Давайте шаман УБР, ноутбукс, если есть. А второй квартира Милхант. Вот на таких фазах умирать не будет. Да победный нахуй. Остановимся. Диль, давай себе. А дайте тести. Дайте ауру. Дайте прям сейчас Геру, ебаните уже. Там за Вайдом побегают, ничего страшного. Беги. Готовь мастер-ауру. Тести. И гимн Андерточ. Твои сейвы жмите. Прочитайте. Давайте все, что сказал. А, ну мили насрал какой-то, блядь, два даже умный. Просто всех миликов положили, гении. Блядь, если показывает чей, это, блядь, пончик был, пизду нахуй сразу кикну. Вот сейчас должен был сейв дать. Тоже смысла не вижу. Слишком много хп. Пончик, готовьте заходить. Уже зашли. Вышли. Ноль пиво. Это залупа ебаная. На хрот ебал говно ебаны. Смотрим, все мелики когда подохли. Блять, жаль, не показ, просто колодец с мачей. Пончиков там три пончика в одно. Потому что людям похую, они дебафы свои, они в рот ебали всю эту хуйню. Или мой, или Бебин, я не видел, но первые два это точно. Людям насрать нахуй. Ну третий вот этот слева мой. Вот я помню, там вдвоем стояли. Смотрим, кто там сдох. Но под подкрутку я именно чекал свои дебафы. Возможно, ДК, к примеру. Блять, там кто угодно мог это на самом деле, блять, доебаться до кого-то конкретно. Потому ну, что да, люди играют без фреймов, без телмивенов, да. Нахуй, не тут смотрят даже дебафы, блядь. Без этого, без а нахуя вам надо? Да, нахуй. Зеленый. Давайте я буду анонсить, как только появится этот дебаф. Все, все. Ты 5 человек скажешь ники, скажешь, успею сказать, нахуй. Нет, понимаешь? Нет, чтобы они в дебафы посмотрели. Да, в этот момент. Ебать. То есть... На второй фазе там он когда кастанет одно заклинание, после этого заклинания, ну после каста, он раскинет дебафы с пончиками. Ешьте рыбку. А, да, Беби, надо отойти срочно, все нормально. Надо посмотреть дебаф, блять, убедиться, что он у тебя висит, нахуй, и понести его в сторону, где дохуя людей не стоит. Не стоять, нахуй. Сложно, блять, ты че? Это пиздец сложно, нахуй. Ты че, блядь? Один дебаф сложно следить, реально. Пока идти этот дебаф, прежде чем активировать. Секунды 3 есть точно. Где у нас Андер? Андер, выходи с окна. 3 или 5 секунд? 5 он, да. 5 секунд, нахуй. Зеленый такой, знаешь, крест-накрест, вот это, череп и косточки над башкой у тебя. Все. Ребят, я после этого на 5 минут отойду, надо забрать постановки мамы. Ну, мама, это святое, кидайте его в 8-й пати. Не-не-не, я еще на этом... Андерточа, ребафните быстрее, поехали. Mm. Дайте каску по присту, лапу там и так далее. Я вот линканул удар Йоксарона, вот после вот этого каста он начинает вешать метки с пончиками. Все поняли? Анонсите. Я скажу.
Сдали идет. Так, 4. На первом не отвалили. Уже хорошо. Юля, готовь там, скоро будет уже. Тебе бы вайпал. Нет, сейчас сдохнем еще. Ну, сейчас сдает. Да. Юля. Юля, давай. Приз, не достаешь, иди ближе. Сейчас я босса верну, я просто выносил эту лишнюю хуйню, чтобы не бить. Отдай. Ладно, дайте второй тоже пережили. Бля, теперь кастер убьем, великов за этой хуйни. Эти каст первый раз, кто-то долго переводим. Сейчас пока геру не даем. Ждем. Сейчас всех зарвут, потому что там ДД какой-то. Скажи, когда. Все, давайте, Кир. Ухожу. Все, каст, смотрите на дебаф. Босс отвел на всякий. Скоро мастер аура нужно будет. И андерточки. Я возьму. Скажешь, когда ему. Давайте сейчас. Элементри. Выйди с пончика. Эрестер Шаман, выйди с пончика, пожалуйста. Шаман, у тебя сало там, тебя не могут хилить. Перки. Блять, крылья сломались по нему. Дебаф, дебаф. Дебафы. Сейчас рядом с миликами хотя бы один дайте. Ладно, нормально. Готовьтесь. Сори, приезд, я тапнулся куда-то. Блядь, зашли. Одновременно с этой хуйней. Это опять все заруинилось, блядь. Все, ребята, я поехал. Конченый каст, в пизда. Я рот ебал этого босса, говно ебаное заебало, нахуй. Пидерсия, блядь, какая-то, нахуй. Хоть бы сверки сделали танчище себе. Говно такое сделали, сука, парашу, блядь. На самом деле сейчас просто не повезло, а трек был хорош. А когда повезет? А да хуй, блядь, просто так сдохли, нахуй, споткнулись. Вон, видишь, в решетке, нахуй, споткнулись, блядь. Сука! Давайте еще пару траев, нет, так нет. Он, маг хочет, но смысл ему вешать КД. Я 25-ку он прям найдет с бугами, да? Ну да, плюс епешечку. Буги, говорят, на фул закрывает за 5 минут. Да, в смысле, не понял, надо трахать, блядь. Что за хуйня? Нахуй на фул, блядь. По-моему, он все-таки этого пса проще прошли бы. Не-не-не, короче, смотрите, Кирилл сказал, типа, два босса, я так понимаю, может, он собаку потом хочет донести, я хз. Юля. А. Просто второй ряд никогда собаку. Это ребут сервера или нет? А. Нет. Я просто долго пускала. Ну, быстрее, Милхан, ты ничего не спрашиваешь. Ешьте. Пошел, пришел. А, рейтинг, пожалуйста, я запрошу, зайду в мир. Что, ДПС такой, типа, ну, сколько людей не лежит. Поставьте рейтинг, если есть у кого-то. Быстрее было. ДПС спрашивает, почему Хорни Вуф дает 9к, нахуй? Ставьте шкаф, престелы, сводьте, да, только не трупом. На самом деле, раз в полтора выше. Заманите, я не далеко бежать. Я думал, ханты 1015 сейчас дают, блядь, минимум. Ну, я примерно столько и даю в ссылка на сорке. Тут, не знаю, какой-то особо можете, наверное. Mm-hmm. Особая среда. Хантам не нравится. ДК какой-то. Имхотеп, нахуй. Чё это вообще, блядь? Да. Ты чекаешь, мага еще даже нету. Да. Ну, имхотеп там, видишь, сокеты ЛКшные, нахуй, такой ДПС и будет. Ешь рыбу, стримак. Скиль денег выше. Кашные соки, ты сюда нахуй. Сюда надо, да, блять. Это вообще. От 20к надо брать нахуй ДПС, блять, чтобы убить нахуй. А то, блять, сейчас вайпаться. 4, 3, 5, соберитесь, ребят, 20 минут осталось. Бля. Мало. Кого-то паура, блядь. Меня. Кого-то выкинул. Каст.
Тут опять двое сдохли. Бэры, дайте. Но Лукс, если откатила по ханту, другой друид помогу. Там сферка, сука. Никак милика не закрыть. Сейчас опять... Замените на сферку. Юля, давай. Жили нормально. Сейчас постараюсь босса. Мастера уже поздно дала, кстати. Пиздец, да, мою Т4 затащила, нахуй. Без этого Т4 сосали бы ногу, нахуй. На танка. Нет, не на танка, там на кого-то, я не знаю. Уже в миле, пизда, нахуй. ДПС вообще не хватает, у нас 3 каста до 2 перехода. Вот сейчас. Да и похуй, давай башим. Давайте Геручу, пробуйте. У нас нету ауры на каст. Босса вывести. Так, я даю, да, на следующий каз? Так, я стою, ему похуй. Ну, так нормально вроде. Да, это да, для чего? Дашь, вот. Дебафы. Смотрим. Да. Третью возьмите, нахуй, алло. Танка срать тоже такой себе, конечно. Давайте. А куда мне было бежать? В черную зону? Ну, нормально. Нормально, прожили. У тебя будет следующий, да? Дебафы вынесите нахуй. 20 секунд. Боборсон, возьми тьму. Я умер. Блять. О, нахуй, нихуя. Один кто-то, Венери, блядь, тоже в мозг. Отдал, отдал. Блядь, погружение, пончик. Зашли в пончики, нахуй. Зашли в пончик, уже зашли заранее. И после выходим. Вышли. А, все равно там лужа, блядь, прям под пончик. Да. Пидерсия какая-то, видишь, говно ебаное, босс ебаный, сука. Гуна собаку можно пробовать, не? Да, нахуй. Один заслакает все, блять, вайп, считай, нахуй. Собака это вообще пиздец. По-моему, это пиздец. Плохого разыскали сильно света. Легче было. Потому что мы не переводим вовремя, Юль. А, у нас сейчас 3 коста даже было до второй фазы. Понял. С ДПС вообще. С ДПС не хватает. Давай я зайду на Лока. Чего? Сказать, что я заебись дамажу, но... По крайней мере, ну, ДПС. Мы сдохнем от недохила, без хила. Наконец-то наш ДПС, что за ДПС? А, блядь, что там? 10 человек даже не дают 10к. Да. У нас из пугов вот рог дает. Да нахуй, ну, типа, двое рок нормально, но другой сдох, блядь, видимо. Надо гильдейскую копить, а нахуй, пачку, нахуй. Чтобы люди заходили, нахуй. Так это второй рейд. Нам похуй на второй рейд. Или в 8 это начинать. Но... Было бы 8, если бы Кирилл не зашел с утра и не сказал: Юля, поставьте, пожалуйста, РТ на 6 часов вечера ТТГ и убейте хотя бы 2 босса. А всё, так бы пошли. Было 8 лет. Ластра сделаем, нет, так нет. Разраливаю шмот и все. Это Юлька, тебе надо эту хуйню нахапала? Надо пробовать. Конечно. Ебай. Как по мне, собака. А чё бой висит на пристене? А мне не висит бой. Да и проще, но здесь много пугов, которые так. Ну это да. Типа, если этот босс зависит от ДПС, ХПС, там тактика уже. Просто да, собака не зависит от этого. Там просто... Просто прыгать и стоять. Ешьте рыбку. Это босс просто ДПС, ХПС, всё. У нас не того, не... ну ладно, ХПС еще более-менее. О, в первом рейде на этаже этого коста нет. Дороги, после этого коста у нас 2 дыхания. Дороги, не забывайте, кош этот и выпаджать. Как он там, блядь, отпад выпад нахуй. Кстати, первые 3 милика сдохли, я не понял. Раздевайся, а потом говори, ни хера вообще не понятно. Просто дыхание откисли. А что там с ССом? Там мы положили 2 на 1, а нет, кстати. Короче, забагалось, да? Да похуй. Не. Забагалось. Короче, да, забагалось. Да и похуй. Не. Только сейчас Ася, ты снимай, может, за вас. Дайте на меня СС. Сейчас. ССы раздайте, да. Отойди. Голубом. Ребят, место есть у вас? К сожалению. Есть, но тут пара траев. Так, это вакуум. Я же сказал, что даю СС по графине, спейси.
Оставьте шкаф за самой быстренько. Я же говорил, что я на 5 минут буквально. Мучить его надо так-то по-хорошему. Не сумоньте труп. А, все. Сейчас я бегу. Если вы сумоните труп, у него забагаете, и потом ему релогаться придется, чтобы нормальный сон дать. Вот здесь, на полгороде. Я ебал эту... побольше ДПСа. Кинетику ебаную бить заебал, это кинетика нахуй. Синий на кинетику. Тебе даю. Сумон, да? Эдгеру. Вообще не чувствую. Интересно, почему же? Ну, сука, ебаная, Толик, давай быстрее, пожалуйста. Дайте ремонтик, пожалуйста. Можно какому-нибудь. Сзади стоит, сзади стоит. Кто там шедешка ебет больше? Дам тому, кто вот не проедал больше. Ну, давай, погнали, чек. Стоп, давайте убьем, а. Все остальные. Ну, давай тому, кто живет больше. Дальше. Я без еды. Надеюсь, Венчелло придет, я не знаю, без него нафиг. Не дотягивает. Еще не дотягивает. На какие гимны дают хп? На второй и третий. Угу. В ханта будем бэрить? Бэров нет. На следующий. Юля, готов сейвы. Давай. Мы пережили. Оставьте ауру, я дам следующую. На шапешку бежит или в друида, точно. А может вообще ханта или лук. Скажи, когда ну, вот давать. Скажу, докажу. Сейчас не скоро будет перефаза из того, что... Сейчас всех с духа зару дадут Геру. Давайте Геру уже. Тут сейчас с грибочками. Ебаные сферы. Залейте три сферы. А, дебафы. А прочили сенсоряцию, да? Готовь мастер ауру. Да, это что за хуйня? Вот не вынесли, это не я. Давай, мастер ауру. Это не я. Личный сейв, прожмите что-нибудь. Блять, вот не может тут ДК ничего не было. Ну прохилите, пожалуйста. Следующий войт отдаешь. Скоро должно быть. А, блять, опять все. Давай, Войт. Блять, жопа нахуй. Готовьтесь, пончик выходить. Не, это не пережить. Зашли. Он не пережит. Дайте иннер по графине. Дал ты чё? Живите. Ну, следующий Юля, если... А, сдохла, да? Угу. Смотрите на дебафы, сейчас разольете, нам некуда будет идти. На вас, на всех, блядь. Пробуйте, может, 2 ляма. Да, да. А кто хилить будет 2 ляма? Шипышки, может, дадут. Максимально сносить. Ну, все, только хилят. Да, все. Я всех хилит. Я обновил дот. Пробуйте, может, опять сможете там. Я же обновил. Может, уже шаманы могут встать. Если есть, вставайте, это вас. Он встал, сдох. 400, нет. Все, да ладно, блядь. Все, в пизду разраливаем. Перчатки на хп ланролл, сразу говорю. Потому что больше просто нечего. Сильт нахуй ебал эти вторые рейды. Нихуя не убивающие. Говно ебаное. Эх,
хотя бы еще раз. На пыль. Собаку только ходить нахуй с зеленым. Тоже пульнула еще разок. Гаганаша ебаная.